А в нашем хостеле, дорогие друзья, все новые и новые люди. И каждая вечеринка отличается от прежней по-своему. Передать Арби привет и сказать: Арби, приходи на концерт. Дорогой Арби, Арби, мы вас очень ждем на наш концерт. Арби, братан, приходи на концерт, человек. Да, приходи. Пожалуйста, будем ждать. Как мило, как мило. Я сейчас тогда оставлю общий план. Его шишка пошла в кадре. А амулет сейчас с тобой? Здесь? Покажу. Это я. Сережа, хочешь верь, хочешь не верь, твоя землячка, город Байкальск. Кто? Амулет, смотри, православный. Ты откуда? Это Сережа с Байкальска. Я из Томска, но с Байкала. Привет, из Байкала, да, ну? Дедушка живет, бабушка живет на Байкале. Байкальск? Байкальск. А как фамилия? Колесникова, Елохина. Колесникова, Елохина. Что, знакомы в Колесниково? Да, конечно, там фотографию, все по пальцам. Фотографию покажи. Наконец-то, дорогие друзья, у нас в хостеле встретились люди из Байкальска. Из Байкальска бабуля и Сережа. Мне кажется, бабушки фотографии не будут. Там несколько Колесников. Там Поляковых всего три. Вот я один из них. Не, ну у тебя бабушка где? У тебя бабушка... Да, да. Это. Да. Ну ты показывай фотку. Ой, такая прикольная. По-моему, Серега татаро-монгол. Он с Байкальска? Он с Байкальска. Откуда? Но он сейчас в Иркутске живет. Сколько лет ему? Не знаю.
23. А, ну, понятно. Годы идут, ну, ты с Гагарина, с Южного? Слабачок? А, ну, я с Гагарина. Да молодый. Там будет. Разница, капец, 8 лет, это очень большая, 7. Семена Елохина. Пожарный. Елохиных знаю, Колесниковых слышу. Все, пошли. Ну, короче, понятно. Ну так, я там уже не знаю, сколько лет. Так, ну я приезжаю на пару рублей и все, и уезжаю. Пошли. Пошли. Чем ты ассоциируешь этого зверя? Ой, ну, мне он понравился, потом мне сказали, что это барс. Барс. Но, а барс это же я. Все, сразу музыка под барса пошла. Я не знаю, очень такой, не знаю, стильный, языческий какой-то. Да, барсы, они вообще очень серьезные товарищи. А что это здесь? Хоум спецэффекты. Thank you.